У побережья Балтики, неподалеку от Таллина, где в 1980 году будет проходить Олимпийская парусная регата, состоялись соревнования яхтсменов. Они входили в программу финальных состязаний спартакиады народов СССР. Флотилию яхт составили команды 12 союзных республик Москвы и Ленинграда. Встреча с Балтийским морем оказалась для участников соревнований подлинной проверкой на прочность. Команды могли выставить лишь по одной яхте в каждом классе, поэтому острая борьба шла не только за медали, но и за каждое зачетное очко в спартакиаде. Победы добились самые опытные, техничные и мужественные яхтсмены.